пограничный сторожевой катер выходит в залив. На борту 17-тонной амфибии, 12 военнослужащих, 2 квадроцикла, а также есть крупнокалиберный пулемет. Катер плавно пересекает акваторию Перекопского залива. Мелководье – помеха для большинства судов, но не для амфибий. По спецзаказу отечественные инженеры изготовили катер на воздушной подушке. На ней габаритный транспорт, кажется, парит не только над водой. Может ходить как по мелководью, по заболоченной местности, преодолевать небольшие участки по берегу. Может оперативно доставить десантную группу в любое место. Такая маневренная птичка с легкостью доставит не только военнослужащих, но и большой груз. Одна из основных задач – преследование быстроходных маломерных судов. Именно на таких в этой местности нарушители пересекают границу. Мощность одного двигателя – 300 лошадиных сил. Такая скорость не оставляет шанса уйти от амфибии. Сейчас скорость судна 50 узлов – это примерно 80 км в час. На границе заметили условных нарушителей. Я катер береговой охраны. Вы нарушаете государственную границу и пограничный режим Российской Федерации. Приказываю остановиться. По легенде, нарушители высадились из лодки и пытаются по суше перейти границу. На захват выходит вооруженная группа. Масштабные учения прошли в западном и южном военных округах. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на вертолете облетел районы дислокации войск и боевой техники в Крыму, а также проверил готовность морской и сухопутной группировок. Проверка затронула все войска вооруженных сил России. Эльмаса Аблакимова и Виталий Голубев, телеканал «Милет», Перекопский залив.